Всем привет! Вы на канале Кулинарим с Викторией, и сегодня мы готовим крем для торта. Творожный крем на сливках. Также его называют крем-чиз на сливках. Готовится он очень просто и быстро, и прекрасно подойдет для любых бисквитных тортов. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. Для приготовления понадобится всего 3 ингредиента. Это творожный сыр, сливки и сахарная пудра. Полное количество всех продуктов вы найдете в описании под видео. В миску выкладываем 400 грамм творожного сыра и немного разминаем его ложкой до однородного кремового состояния. Подойдет абсолютно любой творожный сыр типа Филадельфия, Креметте, Омлетте. Используйте то, что у вас есть. В другую емкость выливаем 200 мл жирных сливок. У меня сливки 30% жирности. Сливки должны быть очень холодные. И начинаем взбивать на средних оборотах миксером. Взбиваем до мягких пиков, до загустения сливок. Добавляем 120 грамм сахарной пудры. Рекомендуется добавлять именно сахарную пудру, а не сахар. И продолжаем взбивать. Время взбивания примерно 5-6 минут, если вы сделали все правильно. На сливках начнет оставаться заметный след. Вот такая консистенция прекрасно подойдет. И затем соединяем обе массы, добавляем весь творожный сыр во взбитые сливки. И продолжаем взбивать еще в течение нескольких минут, до загустения нашего крема. Текстура должна получиться кремовая и гладкая. Для приготовления этого крема обычно берется две части творожного сыра на одну часть сливок. Но также можно регулировать стабильность крема, добавив большее или меньшее количество сливок. Обратите внимание на консистенцию. Текстура крема получается стабильная и прекрасно держит форму. После того, как мы все взбили, перемешиваем еще раз крем силиконовой лопаткой и убираем в холодильник на стабилизацию до использования. Такой крем прекрасно подойдет не только для прослойки коржей для тортов, но также, чтобы украсить капкейки, кексы. Получается крем очень вкусный. В этот раз я его использовала для прослойки коржей для шоколадного торта. Другие рецепты выпечки и тортов я вам оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. Всем желаю удачной выпечки и до новых встреч с новыми рецептами.